прошлое, самое главное, дети наши будущие, дети это наше настоящее. И с тех пор, вот эти 5 лет, вы сегодня увидите большое количество детей на сцене, воспитанников этого проекта. Вот этот проект, он распространился. Распространился из вашего города по всей территории России. Около 100 организаций и, как мы сегодня выяснили, около 200 тысяч человек, так или иначе, задействованы в этом проекте, который направлен именно на то, чтобы помогать детям. Я хочу поблагодарить прежде всего Олега Григорьевича Митяева, который, по сути дела, является отцом этого проекта. Анатолий, извините, я просто вам хочу сказать, вот три человека стоят, они все ненормальные. Вот это ненормальные люди, которые другие бизнесмены, как бизнесмены, зарабатывают деньги, куда тратят, не знаю, эти вкладывают в детей. Вот я их искал долго, нашел, вот они. Это огромная честь. Быть вместе с этими людьми, создавать вот этот проект. Я хочу благодарить весь фонд Олега Григорьевича Митяева, светлое прошлое, особенно Аню Мару, директора проекта, Лену Гришину. Я хочу благодарить ваш замечательный город, вашу замечательную область Челябинскую, которая дала рождение этому всему. Низкий вам поклон. Спасибо. И давайте дружить с городами. Город Чикаго, в котором я сейчас живу, и город Челябинск имеет много общего. Челяба и Чикаго. Спасибо вам огромное. Спасибо. Ну что, а теперь все настоящее детям, Ань. Вперед. Да, сейчас мы представим. Спасибо, дорогие друзья. Спускайтесь в зал. А я с большим удовольствием, дорогие друзья, я уверена, что вы их встретите под шквал аплодисментов, потому что они очень сильно волнуются. На сцене хор студии Олега Митяева «Светлое будущее», руководители Анна и Джесси Мара, Татьяна Шалагинова и Светлана Солодова, музыка Сергея Манукяна, стихи Олега Митяева «Куда пойти учиться?» Встречайте! Такой серьезный вопрос. Куда
прекрасное будущее. Правда, дорогие друзья? Спасибо!